Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В Росконтроле назвали лучшее шампанское. Как сообщает Лента.ру, экспертами Роскачества были протестированы следующие образцы: Дербинская, Новый Свет, Абрау Дюрсо, Российская и Лев Голицын. Уточняется, что российское шампанское из-за технологии путем вторичного брожения не относится к игристым винам. Также в ведомстве рассказали, что самыми качественными стали бренды Абрау Дюрсо, Новый Свет и Дербинская. Стоит отметить, что Лев Голицын внесли в список товаров с замечаниями из-за возможной примеси невиноградного спирта. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте moimsk.online. До скорого!